стартовый сигнал, и сельхозтехника выходит на трассу. В заезде всего 4 участника. Представители Белшины, Агромаша, завода тракторных деталей и агрегатов и предприятия Букдеп. Все спортсмены – водители с самым разным стажем и специфики работы на тракторе. В этой гонке они на идентичных белорусах 320.4. Это водители, которые вот танцы устраивали, если в том году видели. В этом году немного они танцевали на площади Ленина. Это экстремальная гонка? Да я бы сказал, нет. Тут, ну, проинструктировано, и все нормально должно быть. Задача каждого гонщика – преодолеть расстояние в 980 метров и первым прийти к финишу. Помощь лишь 36 лошадей двигателя и мастерство водителя. Валентин Иванов на этой технике 23 года наводит порядок на бобруйских улицах, но так экстремально водит трактор впервые. Хочется прийти первым, как всегда, выиграть это как бы... А ощущение, конечно, адреналин идет хороший такой. Скорость, ну, еще больше, конечно, было бы еще интереснее. Какую скорость смогли развить? Ну, на больше максимальная скорость 27 км в час. Больше она не развивает этот трактор. Два круга Валентин уверенно держал позицию серебряного призера гонки. Впереди был Агромаш. Водитель признался, ему просто везло. Дважды. На третьем круге все изменилось. Вопреки всяким прогнозам, победу вырвал представитель завода-производителя техники. Я начал противника уже обходить сначала. Старта. Ну и до конца не уступая просто дорогу, и все. Опасность перевернуть автомобиль была или нет? Ну, на пару кругов, да, было уже, но перебороли мы этот страх, и все равно мы выиграли. Чемпиона приветствовали несколько сотен болельщиков. Они признались, первых два заезда заставили их серьезно поволноваться. Шоу получилось? Получилось. Все что на первых два круга ТДА все-таки не удавалось пробиться в лидеры? Просто узнавали присматривались. Трассу узнавали. Присматривались. Разведка боем была. Молодцы. Мы очень сильно болели за них. Они молодцы. Просто мы ТДА вперед. Гордитесь, что все-таки ваша техника вышла на трассу, вот на такие соревнования? Ну, конечно, надо этим гордиться, потому что... Наши трактора везде, во всех странах, везде их покупают. Вальс, гонки. В следующем году трактористы обещают придумать новое шоу и собрать еще больше зрителей на своем представлении. Ангелина Дикун, Иван Боровой, Бобруйск 360.